В подмосковном Щелкове разыскивают родителей полуторагодовалого мальчика, которого обнаружили несколько дней назад в подъезде жилого дома. Как ребенок там оказался, неизвестно. Сейчас он в больнице. По словам медиков, самочувствие у мальчика хорошее, играет и улыбается. Всех, кто располагает хоть какой-либо информацией о ребенке, о его близких, просят сообщить в полицию.